Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупреждает: меры безопасности при селевых потоках и оползнях. Сель. Кратковременный горный поток, представляющий собой смесь воды, грунта и камней, движущийся отдельными валами. При обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла, вверх по горным склонам. Не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов. Не подходите к движущемуся селевому потоку ближе, чем на 50-70 метров. Соблюдайте максимальную осторожность при спуске к руслу реки после прохождения селя. Оползнь. Это скользящее смещение масс грунтов и горных пород вниз по склонам гор и оврагов, крутых берегов, морей, озер и рек под влиянием силы тяжести. При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть. При скорости смещения оползня более 1 метра в сутки немедленно эвакуируйтесь. При эвакуации берите с собой документы, ценности, теплые вещи и продукты. Население в селеопасных районах обязано строго выполнять рекомендации по ведению земледелия и выпасу домашнего скота.